Я предлагаю вам самим себе задать вопрос. Что мы сделали для того, чтобы жить в мире и согласии с соседями? И какие результаты? И вот когда вам ответы на эти вопросы не понравятся, или вы их вообще не найдете, вы это и вы лично, это и правительства, которые сменяли друг друга вот эти последние десятилетия в Армении. Вот что конкретно вы все сделали? Если ничего, приходите, пожалуйста, на мои страницы, не оскорблять, а общаться. Общаться, обсуждать, это все надо обсуждать. Вы никуда не денетесь друг от друга. Понимаете? Все равно жить вместе. По-любому. Без вариантов. Или опять куда-то поедете строить новые церкви в Россию, в Америку. Ну, это уже как вам. Вам самим выбирать. И еще один вопрос меня очень давно интересует. Я на него никак не найду ответа. Вот судя по тому, что вы постоянно заявляете, что Нагорный Карабах принадлежит Армении, судя по этому, я могу сделать вывод, что мнение международного сообщества вам до лампочки, оно вас не интересует. Международное сообщество, там, ООН, все эти организации, они же признают, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. А вы говорите «нет». Причем на уровне правительства это говорят «нет», это отдельно. То есть мнение международного сообщества вас не интересует. Вот вопрос, который я вам хочу задать. А зачем вы тогда добиваетесь признания геноцида вот этим международным сообществом, мнение которого вам до лампочки? Ответьте, пожалуйста. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.